Дорогие друзья, с вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. Я получил хорошее такое известие, хорошую поддержку от одной из своих зрительниц, подписчиц, друзей. И хотел бы сказать, что это очень хорошая мысль, это очень хорошая идея осветить это в этом ролике. Дело в том, что нынешняя вот эта вот волна коронабесия, которая нас тут серьезно накрыла, она привела к тому, что очень ценится именно английский язык. И вот эти вот курсы, которые мы сейчас делаем, это своего рода отработка не просто системы образования, получения знаний в области английского языка, то есть овладение английским языком, но именно вот то, что я сейчас пытаюсь сделать, это английский язык built for purpose, то есть английский язык, который мы сейчас изучаем в действительности целенаправленно и у каждого по-своему, изучаем его по профессиональному принципу. То есть мы учим английский язык на основе тех текстов, терминологии, знаний и параллельно получаем знания. Но давайте предположим, мы читаем тексты на русском языке о строительстве индивидуальных домов, причем тексты академические, научные, которые дают нам в действительности знания. Вот я и сказал, дают нам знания. То есть фактически прочев около 100 таких текстов, мы с одной стороны в действительности овладеем хорошим русским языком, но с другой стороны мы будем чертовски много знать о строительстве индивидуального жилья и, соответственно, мы станем профессионалами. Если мы были уже профессионалами, то наш уровень станет, ну, знаете, на уровне кандидата наук. Серьезно, если мы работаем в этой области и читаем материалы на эту тематику, то мы, собственно говоря, становимся очень хорошими специалистами. Теперь давайте перенесем это все на английский язык. Если мы занимаемся английским языком и учим вот эти вот тексты, то есть читаем вот эти вот тексты, то получается такая интересная система. Мы получаем знания, и, как я вам уже говорил, допустим, я вам слал 10-20 статей, вы читаете и говорите, то есть вы учите английский язык, вы прошли, допустим, первые, предположим, 4 недели или даже 2 недели. То есть вы продолжаете учиться, говорите: Александр, вот по тематике, ну давайте так, силиконовых гелей, давайте не будем отвлекаться вообще, а давайте займемся как раз вот силиконовыми гелями в медицине. Я вам высылаю тематика силиконовые гели в медицине. Вы работаете, потом даете мне такую информацию, что это, конечно, все хорошо, но давайте поработаем по имплантам, конкретно по имплантам груди, да, breast implants. И это уже силиконовые импланты. И на эту тематику уже мы отходим немножко от геля, и мы идем в силиконовые импланты. Читаем все эти, ну, как бы, статьи, и после этого уходим в еще более интересную такую вещь, потому что человек начинает работать на рынке Соединенных Штатов, а там, как и, допустим, во Франции, например, есть определенные проблемы с сертификацией, вообще с применением этих имплантов. Чтобы их вживлять, там законодательство достаточно жесткое. Вот, и вы говорите: а теперь давайте там поработаем 10-15 статей по имплантам в США по законодательству и, ну, несколько там Франция, может быть, еще какие-то страны, где есть какие-то ограничения, потому что мне надо будет сейчас в своей работе заканчивать, то есть я делаю работу, вот, соответственно, я ее заканчиваю как раз с тематикой по этим странам, вообще какие-то там запретительные, разрешительные меры и так далее и тому подобное. В итоге мы выучили английский язык, всего лишь там провели, может быть, 12 недель, достигли до уровня там всех шестерок необходимых, или сколько там нам надо было. А мы за это время, в общем-то, написали научную работу. Хотите, ну, как бы, литобзор кандидатской диссертации. Осталось только
провести практические исследования и получить конечные материалы, оформить кандидатскую диссертацию. А это совместно с публикациями, интенсивной перепиской с, допустим, не просто на форумах, на чатах, а именно перепиской с людьми, которые ну, что-то в этой отрасли значат, в Австралии, допустим, мы, в общем-то, переходим на Global Talent. А что, английский есть, профессионалы хорошие, национальная организация австралийская нас уже номинирует, то есть выходит как номинатор. Вот, в принципе, вот такая работа, которую мы сейчас ведем, и как мы ее именно ведем, не какая работа, а именно как мы ее ведем, и является тем проходным вашим билетом в Австралию. А чтобы это все получить, оказывается, при том, что вы, ну, как бы специалист в этой деятельности, я не говорю там импланты для груди, это можно, не знаю, вот, допустим, тот же самое производство пластиковых спойлеров для автомобилей там на базе чего-то там, или методы термообработки каких-то деталей, то есть вообще масса разных тем, вот все, что есть в мире, все, чем вы занимаетесь, хоть даже дизайн одежды, то же самое, то есть то же самое можно через свою профессиональную организацию подтвердиться и как бы получить даже миграцию, и процесс-то получается тот же самый, то есть вот те курсы английского языка, которые мы ведем и которые мы построили, сами, кстати, построили, сами создали на базе того, что у нас было в Lloyd's College, вот, соответственно, вот эти вот курсы онлайн приводят к тому, что вы становитесь хорошим специалистом, и именно хороший специалист, который способен учиться, преподавать и работать онлайн, это человек, который не просто востребован на рынке труда, и, соответственно, он может жить в любом уголке земного шара и зарабатывать неплохие деньги. Уже не только компьютерщики, уже, в принципе, любые специалисты. Но и он может эмигрировать, потому что вот эти вот программы Global Talent или именно для таких людей и созданы. Так что, дорогие друзья, подумайте. Я вам очень рекомендую очень хорошо подумать, включиться вот этот процесс и добро пожаловать в новый мир. Может быть, он и не очень хороший, но к нему, черт возьми, придется адаптироваться. Спасибо.